Хе-хей, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Топлино в Плей, мы продолжаем White Knight. Вот как ни крути, но берем и продолжаем. А потому что нас в прошлый раз, короче, просто брали и унижали, брали и валили, брали и убивали, что только с нами, сука мать его, не делали, все делали, абсолютно все, что хотите, с нами делали. Это очень и очень печально, серьезно вам говорю, потому что это просто жопа полнейшая. Стоять, быстрее забегать туда, забегать, сука, найдет. Окей. Без пластинки граммофон не издал бы ни звука. Так, ну здесь мы уже были. А здесь у нас там где-то что-то, короче, слишком много этих баб. Я не понимаю, что с ними делать, я не понимаю, как со всем этим бороться. Это, сука, плохо, это мы все брали. Но так как я из игры выходил, игра, собственно, это все не сохранилось. Где? Где Селена появилась, ага? Зачем? О, не вовремя. Короче, а сидит, падла. Нам надо, я знаю. Понял я, все, отвали от меня нахер. Ничего не работает, спокойненько. Ага, конечно. Нам где-то надо включить свет, прям по-любому. Прям вот жопой чую, что-то где-то должно быть, потому что... О, блях, она мертвая. Что такое? Лунный свет, Дебюсси, классика. А, все, отлично, нашли пластинку. Хорош. Ну, лунный свет, это она из-за нее, короче, там вообще не повесилась. Так, спокойно идем, потихой. Возвращаемся к граммофону, включаем эту херню, и должна Селена прийти и всех нас победить. Точнее, всех этих баб победить, по-любому. Да ты что делаешь-то? Все отлично, хорош, мы здесь, на. Селена, ты здесь, нет? Селена, красава! Селена тут. Селена, спасай, друзья. Я становился ближе к Селене, к сути происходящего. Но время шло. Мы были не одни, и я ощущал, как в мой разум входит темная женщина. Да-да-да. Веди меня куда-нибудь. И чем больше она преуспевала, тем сильнее я терял надежду выбраться живым. Ты чё? Ты чё делаешь? Ты куда свалил-то? Селена, ты адекватный вообще? Нет, скажи мне, пожалуйста. Ты меня любишь? Я не знаю, где ты. А, вон он, отлично. Вставай, Селена, убей ее! Здесь были спрятаны жестокие картины, но это мы видели в прошлый раз. Так, ну к Селене-то они подойти не могут, да? Без света? Ни за что. Да куда ты ходишь-то? Приведи меня к выключателю или к чему-нибудь такому. Помоги мне! Что ж ты делаешь-то, ну? Ты достала! Приведи меня куда-нибудь к полезному месту! Ага! Одну бабеху она свалила. Красава. И чё? О! А, не влезай, убьет. Ты понял, да? Ха-ха-ха! Свет! Мы, по ходу дела, подрубили все, короче, остальные эти. Предохранитель включили. Дневник Маргарет, отрывок 5. 4 января 1896 года. Отец только что выплюнул свой язык. Его рвало реками крови. Он снова начал кричать. Я пробежала к нему. Я знала, что это запрещено, но женщины Ветеркроссов сильны.
Я хотел закрыть его рот, а потом он схватил меня. О боже, он схватил меня и прижал к себе. Сначала я подумал, что он боится, а затем почувствовал остатки его языка на своей груди. Моя блузка стала мокрой от крови и слюны. И затем я видел его глаза. Глаза голодного пса. Я пытался оттолкнуть его, о боже, клянусь, я пыталась. Но он держал меня так крепко. Его вонь была настолько отвратительной, что я почти потеряла сознание. У меня не было выбора. Я ударила его кулаком, на котором были кольца моей бабушки. Прозвучал удар, и он резко отпустил меня. Я разбила оконное стекло, пятясь назад. Мои руки были в крови. Мать пришла со слугами. «Это не Ветер Кросс!» — кричала я. «Я отказываюсь от него! Я проклинаю его! Я не хочу видеть его снова, пока он не умрет и не сгниет!» Говорят, это в крови, в детях. Я знаю одно. Когда дело доходит до мужчин, достоинство — это просто маска, прикрывающая похоть. Так, ну хорошо. Что-то написано. Ты любишь меня, ну, по ходу дела, да. Так, ладненько, складненько. А где остальные-то выключать? Да куда ты все идешь-то? А, нам туда надо. Что за лестница? Дневник Маргарет, отрывок 6. После того, что случилось сегодня днем с отцом, мама отругала меня. Она сказала, что я испортил ее встречу с депутатом и банкиром. Она сказала, что если мы станем еще беднее, чем сейчас, это будет моя вина, потому что я спровоцировала отца, когда разбудила его. Я тоже рассердился и сказала, что в конце концов отец должен быть в больнице. «У нас нет на это денег», — закричала она. И я закричала тоже. «Тогда давай выбросим его в океане и покончим с этим». Она смотрела на меня в течение долгого времени, ничего не говоря. Меня трясло. Но когда она спросила меня, поняла ли, что я только что сказала, я вдруг почувствовала себя очень спокойно и ответила: «Ты хочешь спасти нашу семью? Тогда сделай, что должно. Мы больше должны думать о тех, кто будет после нас, а не о тех, кого мы любим, или о себе самих». Мать выглядела уставшей. Она ушла, даже не пожелав мне доброй ночи. Какая жестокая Маргарет, сука. Посмотри на нее, а. Ёбашный шкаштрет. Да конечно, бляха-муха. Сука, с самого начала, а? А ведь я даже не сохранился. Это просто отвратительно. Быстрее, сука, открывай эту дверь! Беги! Так, где пластинка? Она где-то там была. Да понял, я понял, не ори. Так, ладненько. По этой стороне пойдем, значит. Тут еще одна сидит. Так, это не рабочий выключатель. Где-то тут мы шли, по-моему, да? Ага. Отлично, назад. Тихо. Назад той же дорогой. Хорошо. Так, надо запомнить эту дорогу, потом бежать пониже, сохраняться. Вот моя главная ошибка. Надо было не кровать-то не обходить, а с этой стороны пройти. Ладно, хер с ним, запомнили. Ты откуда там взялась? Ты там не было никогда в жизни. Давай, Селенка, угорай надо мной. Иди, сейчас полдня будешь ходить тут. Идем. Иди. Блин, столько времени просрали. Теперь главное бегать точно за ней. Тогда мы включим свет, и все будет хорошо. Где она? Все, спокойно. Пошли. Пойдем, говорю. Ну иди уже. Иди, я тебе пластинку дал. Давай сама там свет включи. Сука.
Какая она медленная! Иди, Селена, ну в конце-то концов! Так, сейчас она... Ага! Сейчас она сядет на стул, где-то здесь будет выключатель. Тихо. А они, смотри, бабехи нападают. Нападают, а сделать ничего не могут. Потому что Селенка... Селенка разруливает, потому что... Ага. Так, хорошо. Теперь нам надо сделать как-то так, чтобы я бежал, сохранился. Все, окей. Во. Так, а теперь давайте разберемся, где же я был, как мне идти. А, все, что ли? Здесь где-то тоже должны быть выключатели, по-моему. Полно выключателей должно было быть. Ага. Фу, и этот стул к сохранению. Вот оно что, все, хорош, прям красота. Это же комната сохранения, да? Включи спички. Да. Мать его. Сохраняйся. Какой свет-то? Да где эти спички-то, мать его, в голову? Все, хорошо. Прям отпустило, серьезно. Вот сейчас реально гора с плеч. У него было от света гора с плеч, а у меня от кресла гора с плеч. Как же это сложно просто. Нихера еще надо догадаться за этим совсем. Теперь везде можно подключать свет, и эти стервы все пропадут. Мы врубили все пробки, получается. Так, спички. Да спички, сука, возьми, не психуй меня. О, пойдем потихой. Все, можно немножко расслабиться. Немножко нас приспустило, немножко стало полегче, стало, да бляха-муха. Оп, свет, тихо. Сука, я запутался. О. Красота! Все горит. Все стало хорошо. Так, а здесь? Там тоже, наверное, выключатель был где-то? Точненько. Упал уже совсем. Я ж тебе свет включил. Алло, женщина, ты что там угораешь надо мной? Так, мы теперь пошли по стенам искать остальной свет. Фотик подберем. Фотик мы не подбирали, после того, как проиграли. Так, где еще свет? Еще где-то есть по стенам свет? Нет, ну должен же где-то быть по-любому. Из Египта маски, да-да-да, Африка, все говно этого непонятное. Хотя Египет это не Африка, но все равно. С сохранением, вот. А конечно, цветочек-то я по цветочку определяю. Вот, а он там закрывается иногда, его не видно нихера. Вот те кресла с сохранением. Где еще свет? Свет еще хочу. Так, ну где-то тут еще должен быть по-любому. Так, как мы читали. Здесь нет вот. Так, она повешенная. Ладно. Она повешенная была. Какого хера она смогла на меня напасть-то, я не понял. Уберись. На. Здесь тоже давай включим.
Я убил ее, нет? Ну окей. Большие картинки. А, тут двигать можно, нихера себе. Ну, качки. Вон оно куда. Картина скрывала окно. И как следствие свет. Это хорошо. А-а-а, теперь у меня там свет появился. Вообще огонь. Хорошо, замечательно просто. Красиво все. Отлично, спокойно. Женщину не дурите. Есть здесь свет, нет? Так, ладно, давай сначала сохранимся вот здесь поближе. Прям, ну не знаю, надо сохраниться. Прям как вот чую, надо. Иначе сейчас 100 раз опять бегать будем. Садись давай. Фу, мы в принципе много с вами сделали. Мы с вами включили свет везде. Мы с вами открыли окно, которое скрывало свет, которое теперь куда-то идет. Наверное, какое окно-то я открыл? Я хер его пойми. Я попробую разберись, куда на этот свет светил-то. Он должен, по идее, какую-то из этих шалашовок убить. Ну, молодец! Ладно, где-то валялось, по-моему, 12 спичек. Все, я ничего не путаю. Чё это? А, чучело пеликана. Редкий вид. Выглядел почти как живой. Да, но нам это особо не рассмотреть, потому что мы это особо не видим. Так, это я назад иду. Блин, я никак не пойму эту комнату. Как она вообще выглядит? Здесь у нас чего? А, здесь у нас проход. Точно, точно, точно. Опа! Ага. Так, а там она дверь куда-то охраняла, смотри-ка. Что за дверь? Открывается. Ладненько. Давай комнату до конца исследуем. Может, еще что-нибудь можно включить? Так, ну там повешенная висит. Да? Где вот она? Хер ее знает. Ага, вот она точно висит. Включателя там нет. А по этой стороне? По этой стороне только знаки вопроса. И любишь ли ты меня, спрашивает меня Селена. Вот реально, вот эти вот смены плана, они немножко неудобны временами. Потому что ты путаться начинаешь, где-то находишься вообще, и как-то все происходит. Так, надо с вами куда-то сюда. О, не-не, не сюда. Там эта пада лежит. Ну, ее же как-то можно убить, наверное. За собой я ее тянуть не хочу ни в коем случае. Ты пойдешь, нет? Пойдем. Э! Шалашня! Ага, она боится, прикинь. Боится ко мне идти, стерва. Правильно, нихера. Опачки. Какое окошко открыли. Еще одна огромная комната. Кажется, я узнал потрепанную временем статую Осириса. Спички. Спички всегда надо брать, спички всегда пригодятся. А это египетские статуэтки было место в музее. Ух, нихера себе. Больше ничего не закрывало ветровое окно. А, типа я мог сюда попасть и его что-то закрывало. Ну, мы смотрим, все сделали заранее, мы молодцы. Тараканы. Николас Фламел рекомендовал их жизненно важный сок. Там вообще телескоп какой-то есть, можно в телескоп посмотреть. А, белый диск над бесконечностью. Источник света, пронзающий тени. Глаз, яйцо, круг. Рисунок напоминал мне ветровое окно и символы на нем. Чего-чего-чего? Короны, короны, короны. Они там не двигаются случаем? А, ветровое окно это то? Или это? Хер его просышь. Тихо-тихо-тихо. Сейчас в телескоп позырим попозже. А, я не мог оторвать глаз от той гротескной луны. Так, ну здесь есть свет. Анатомия змеи выглядела омерзительно даже изнутри. Ты включаешься, нет?
А это был первый этаж. Отметины вели под лестницу. Та дверь. Там что-то было. Она закрыта, я помню, только с нее как-то раз. Зов Селены о помощи был в каждом уголке особняка. Она преследовала цель, навязчивую идею. Часть своей жизни, которую она разыгрывала передо мной. А насчет меня? После столько времени во тьме свет покидал меня. Но, к счастью, у меня была звезда, которая указывала мне путь. Я не знал, что это за комната, но она пахла кровью. Фотография была сделана в той же комнате, где я находился. А, ну это под лестницу, окей. Так, тут где-то должен свет включаться, потому что лампа висит. И где он включается? Кажется, я узнал потрепанную статуэтку Осириса, окей. Блин, ну смотри, тут лампа-то полно висит, а что-то свет я не нахожу нигде. Что за прикол? Где свет-то? Мне срочно нужно его включить. Блин, лампы есть, света нет. Не, реально нет, представляешь? Ну нет и нет, ладно, пойдем смотреть. Что это? Уильям. Дневник Уильяма Восфратора, номер 2. Один из моих связных в Египте недавно исследовал одну из пирамид комплекса Хеопса. Он нашел фигуру Исиды, которая показалась ему любопытной. Правда в том, что эта статуя – бесценное сокровище. Исида, Реджина Саэли, царица небесная, как пишут поэты, богиня, бывшая в начале и землю с небесами совершенством одарившая. Жена Осириса в метаморфозах Апулея, она разговаривает с Луцеем, как будто во сне. На голове богини был плоский диск, похожий на зеркало или луну, льющую белое свечение. Культ Исиды пережил столетия. Некоторые говорят, что он вдохновил традиционный изображение Мадонны с младенцем. Она может очистить дом от скверны. Небо безлунно в эти дни. Ночи темны. Луна, неужели ты повернулась ко мне спиной, к твоему ребенку? Я причинил тебе боль. Я не достоин больше твоих благословений. Без твоего света я теряюсь в небытии. Без тебя я всего лишь сын другой. Так, ну, походу, дело все замешано на этом телескопе. А что за человек предпочитал виду на звезды вид на кладбище? Какой-то больной ублюдок. Так, ну ладно, как бы. Лицо Маргарет смотрело бесконечной насмешкой. И зачем я сюда пришел, интересно? Тут же надо что-то сделать, правильно я понимаю? Иначе все. Может быть, переключиться на... Больше ничего нельзя? Ну и чё? Надо как-то это все развернуть, получается. Как, ну что ли, или чё? Или это что-то развернуть? Да вроде нет. А тут что есть? Странно, подожди-ка, нахер сюда... ясно, понятно. Он мне сделал намек на то, что хозяин был коллекционером и мистиком. Он мне сделал, походу, делал намек на то, что мне надо идти на первый этаж. Точно. Типа на первом этаже у нас дверь. Уильям. Отрывок номер 5. Та, кому свет солнца нужен, чтобы выжить в нескончаемой ночи, она как и мы. Она выглядит еще более одинокой, когда наблюдает за нами со своего темного трона. Луна, величественная ртуть, искупительный глаз из пустоты, ты материнская рука на щеке ребенка, угроза озера, где покоятся воды солнца. Как женщина, бываешь ты пустой и полный, пульс времени в твоих метаморфозах. Тебе решать, насколько полноводен океан, успехи рыбалки, глубина наших снов. Ты имеешь право на кровь, блаженна среди прочих супруга, которую кровь никогда не осквернит. Я твой преданный сын, или любой, кем хочешь меня видеть». Ну, реально, что-то больноват, походу, делает этот Уильям-то. Так, ну чё? Карта чердака нашлась как раз кстати. Ага, прям вообще кстати, да. Так, а тут что-то было где-то написано по поводу... Чего-то там, ну-ка, пониже. Я знал, что не забуду злодея, который показал проектор.
Люди способны ужас потрясней призраков. Эта ночь становилась все чернее. Кадр агонии жертвы был сделан в комнате, в которой я еще не был. Она была похожа на подвал. Я вспомнил эту дверь с первого этажа. Да, мы туда пытались как-то раз прорваться, нас там убил этот тварь. Ну, пойдемте. Попробуем, так сказать. Что там было? Слабый след мечущейся души. Кровавый след Селены. Давайте сохранимся и валим, короче говоря, на первый этаж. Ну-ка. Фух. Прям ты чуешь напор, да? Чуешь накал, какой просто происходит, очень жесткий. Я Люба, написано. Я Любаю, Селена. Фу, сохраняшечка прокатила. Давайте заберем спички, которые здесь валяются. Да иди ты в пень. Спички возьми, пожалуйста. Окей. Так, а как пройдем на первый этаж? Это вообще возможно, нет? Го, то, что было заперто здесь, похоже, этого не оценило. А, во, окей. Нам же на первый этаж. Селена, за кто привела меня сюда, нужно было выяснить, зачем. Так мы же выяснили, ты чё? Нам же надо на первый этаж попасть. Ну, надо же на первый этаж, в чем проблема-то? Может, мы тут что-то недообследовали просто? Так, ну это сидит, ладно, хер с ней, пусть сидит. Здесь тупик. По центру здесь ничего нет. Что там? Еще одна маска, еще одна гримаса судьбы, смеющаяся надо мной. Так, здесь у нас свет. Тут у нас чего? Тут у нас кресло сохранения. Так, а это можно забрать, что нет? Маргарет, это мы читали. Так, ну серьезно. Зачем же мы сюда пришли-то? Пошли на свет, сучка. Нет, паскуда, дрищешь. Может, нам на второй этаж надо? Не. Маргарет. Так, это мы видели. Сука, она слезает со своей виселицы, паскуда. Так, здесь что-то играет, подожди-ка. Но это играет у нас проектор из комнаты, правильно? Он никак сюда не просвечивает, ничего не делает. А, вот еще свет. А записка жертвы номер 5. Анна, я только что проснулась и увидел записку, которую ты оставила на столе. Тебе следует избегать Блэк Лейка. Ходят слухи, что исчезает все больше и больше девушек, которые там работают. Знаю, там развлекаются крупные шишки, но можно поехать и в Хьюз, хотя там и больше копов. Я серьезно, тебе следует над этим подумать. А я тем временем собираюсь в столовую. Вот что скажу тебе, дорогая. Если хочешь меня осчастливить, заставь одного из этих свинтусов купить тебе шоколадку. А вечером мы насладимся ею вместе. Ширли Ху. Свет включи! Я свет включил, что проблема? Я включил свет-то. Най. Ладно, теперь мы хотя бы знаем, куда надо бежать. Чисто, нацеленно, быстро вперед. Я же успел его включить, что за проблема-то? Не дают, прикинь, в упор прям подобраться, сучки. Как не вовремя-то, дружище. Да какой нахер свет? Включи мне быстрее. Свет включи. Да включи ты. Фу. Ладно, еще одна заминусовалась. Что-то тут прятала, падали. Ты что-то прятала, нет?
Увидев веревку, я поперхнулся. Смерть — это заразно. Открыть достижение — веревка. Охренительное достижение. Ты тоже пропала? Ну это записка жертвы, знаешь, что записка... У тебя тоже дитя цвет включается, что ли, или чё? Ты же не можешь мне здесь просто так мешать? Что-то какая-то странная локация, я хочу вам сказать. Либо я что-то не понимаю, либо где. Где еще он включатель-то один? Здесь должен что-то быть, наверное. Может быть, там из комнаты что-то просветится? Нет! Нет! Так, ладно, мы здесь типа включили свет, пойдемте посмотрим, может, в комнате что-нибудь реально будет просвечивать сейчас. Чего мы не заметили без света. Это жертвенные бабочки не были единственными мертвыми здесь. Ну это мы видели. Чё ж ты от меня хочешь-то, товарищ? Мы с тобой осмотрели весь проектор. Ну, это был первый этаж. Это где там что-то было. Эта комната напахла кровью. Так, ну это змеи, хорошо, это мы видели. Может, здесь я что-то не заметил все-таки? Вроде как все обсмотрел. Что-то с этой картиной всяко не то. Статуэтки, херетки. Чё ж тебе, Селена, от меня надо на этом этаже? Объясни мне вот как-нибудь. Хрен его знает. А тут свет-то, в принципе, туда не идет ни хера. Может, он там выключен вообще? Да не должен бы. Нет, он тут горит. Ну, там и прожектор видно, ладно. Здесь вроде как ничего больше нет. Ну, башмак, хорошо. Это я в новый раз не нажимал. Опа. Чё это? Ага, это мы читали в прошлой серии с вами. Может, его здесь надо наоборот выключить и потом сходить сюда? Давайте попробуем. Так, нет, сначала я спичек, наверное, соберу. Подожди ты, дай мне спички, слышь? Бляха, не берет. Так, ладно. Выключаем. И идем туда. Проверим, так или не так. Давайте я на всякий пожарный сохранюсь. Если там ничего не появится, значит я... Мне да убери. Значит, я ни хера не понимаю. Сохраняй давай уже. Ладненько. Так, спичули дай. О, уже получше. Давай. Шевели булками. Ага. Погнали. Здесь, в принципе, никого нет. Остался тут барёх под кроватью, и все. Остальных мы всех вроде гопанули. И чё? Ветровое окно.
Там типа должны быть какие-то символы, по идее. Может, нам его развернуть как-нибудь? Тебя нельзя развернуть никак. Нет, прикинь, никак. Я вот серьезно не понимаю, где здесь может включаться свет. Он здесь есть. Есть много лампочек, но ни одного выключателя. Я даже больше скажу, ни одного включателя. Ни хера нет, абсолютно. И нажать здесь нигде ничего нельзя. Может, как на балкон выйти, нет? Ну, спички пока можно попалить, их, в принципе, не жалко, потому что мы с вами сохранялись там. Если мы сейчас будем заканчивать, то, в принципе, с того места я и буду начинать. Тут что-то скрипит. Ну, это ты меня на статую, да? Ага. Ну, тут какие-то доски валяются откуда-то. Почему? Зачем? Ладно. Давайте, короче говоря, на этом закончим. Ссылка на плейс будет в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер. Комментируйте, ставьте лайки. Всем смотрели следующую серию, ребятушки. Там разберемся. Все, всем пока. Раньше здесь был мат.